В Актау прошел первый областной конкурс «Фестиваль Абысынажын». Мероприятие было организовано региональным общественным объединением «Казах аналары дәстүрге жол» и поддержано региональным отделением партии «Аманат». Цель – повысить благосостояние семьи и укрепить сотрудничество между родственниками. Кроме того, участники прославляли национальные ценности, традиции и обычаи. В конкурсе фестиваля, организованном впервые в области, приняли участие молодые девушки из 5 районов и 2 городов области. Казахская одежда с орнаментами повышает значимость конкурса и раскрывает красоту конкурсанток. Сначала невестки представили друг друга. Издревле есть сказание, что женщина одной рукой качает колыбель, а другой весь мир. Мы говорим о роли этой женщины в обществе. Роль матери в семье, молодой невестки, женщины средних лет, благородной бабушки. Не только в своей семье, но и в мире. Порядочность, здравый смысл, вера. Все это, конечно, начинается с воспитания женщины. Поэтому конкурс организован специально для продвижения национального образования и семейных ценностей. В конкурсе приняли участие около 40 женщин. Одни из них – невестки семьи Костурган из села Синек Каракианского района. В состязании участвовали 26-летняя Женерке и 23-летняя Лаура, которые отличились своим выступлением на каждом этапе и завоевали сердца публики. Невестки говорят, что подготовились к конкурсу за очень короткое время. Поскольку мы молодые невестки, при подготовке к конкурсу мы спрашивали того, что не знали у наших старших, бабушки и свекрови. По большей части для молодежи, таких как мы, вполне уместно учить старые традиции и обычаи, потому что в будущем мы будем бабушками и уже будем учить молодое поколение и передавать им свои знания. В целом шить мы учились еще в школьные годы у наших мам и учителей, однако плести пряжу немного сложновато, но мы это немного умеем. Так участницы соревновались в 5 этапах. В частности, невестки презентовали себя через видеоролик и проявили мастерство в рукоделии. Кроме того, они отвечали на вопросы о традициях и обычаях. В частности, рассказали про традиционный обряд табах-тарту. Как уже говорилось, речь пойдет о современном имидже казахских невест, уважении в доме, между родителями, в семье и отношениях казахских невесток друг к другу. Мероприятие проводится с целью укрепить мир между свекровью и невесткой, способствовать единству и пропаганде наших традиций, приводя их в качестве примера для следующего поколения. Свои оценки выступлениям конкурсантов дал состав жюри. В результате гран-при завоевала семья Бетимовых. Первое место получили невестки семьи Самогуловых и жена Узена. Второе и третье почетное место у семей Тулебаята и Утебаевых. Остальные участники получили поощрительные подарки. Ердос Кужантайлы, Айжан Сабиткызы, Саламат Каипов, Рулан Аметұлы, Дидар.